Меня зовут Анна Мангайт. Это программа «Женщины сверху». Мы возвращаемся в эфир. В августе у нас на глазах развернулась человеческая драма шекспировского масштаба. Член Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков публично отрекся от своей старшей дочери Дианы, обвинив ее в предательстве. Все дело в антивоенной позиции, о которой Диана Исакова рассказала в интервью «Медузе». Из-за этого сенатор выгнал дочь из дома, перестал помогать финансово, без всякого на то разрешения рассказал в соцсетях о ее личной жизни, ЛГБТ-предпочтениях и попытках суицида. И лишь предложил поехать в качестве волонтера на Донбасс, чтобы, цитирую из первых уст, узнать причины специальной военной операции. Мы встретились с Дианой, чтобы поговорить о том, как их семья пришла к разрыву и как теперь все это пережить. Диана, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, я нахожусь в Риге, Диана в Тбилиси. Некоторое время назад Диана переехала в Грузию. Расскажите, пожалуйста, почему вы решились на эти публичные большие интервью «Медузе» и BBC? Сами, насколько я знаю, вышли на эти СМИ. Чтобы показать, что я не с теми людьми, которые поддерживают войну, которые поддерживают нынешний политический режим. Хотела поддержать людей. И также хотела заявить о своем проекте, который нацелен помочь тому, чтобы режим сменился. Хотели ли вы публично дистанцироваться от имени вашего отца, учитывая, что он под санкциями, он поддерживает вот это вот вторжение России в Украину? Важно ли вам было отдалиться от него в глазах окружающих? Я не отдалилась от своего отца, я не отказывалась от него. Я его люблю и уважаю. Он утверждает, что вы хотели хайпануть на серьезной теме и на его имени. Ему так кажется, как человеку, видимо, эгоцентричному. Угу. Как вы считаете, взяли ли действительно у вас бы интервью, если бы вы не были дочерью сенатора? И насколько вы учитывали этот фактор, когда собирались его давать? Я не уверена, что у меня взяли бы интервью, если бы я не была дочерью сенатора. Вот так вот, как бы сразу... По поводу хайпануть и так далее, то, что мой отец – это мой отец, это, этот факт принадлежит мне по праву. Я не считаю, что я должна скрывать, кто мой отец. И я могу об этом говорить, потому что это правда, и его фамилия, и все это принадлежит мне по праву, по факту рождения. В своем ответе вам он пытается всячески вас дискредитировать. Ну, насколько вот ему кажется дискредитирующими те или иные факты. Утверждает, что вы, например, находитесь на учете в психиатрическом диспансере в Югре, или что у вас были какие-то ЛГБТ-предпочтения. Ему кажется, что это может вас каким-то образом унизить и обидеть, и оскорбить, и дискредитировать. Были ли вы готовы к тому, что он вам таким образом ответит и опубличит эти ваши подробности личной жизни? На самом деле у меня были психологические проблемы в юности. На самом деле я лежала в больнице. То, что он сказал, что я стою на учете, это неподтвержденная информация. То есть это непонятно, откуда это взято. Как бы просто факт из воздуха, который нужно подтверждать. То, что такой период в моей жизни был, это правда, мне скрывать нечего. Это ценный период в моей жизни, да. На самом деле, я когда-то была девушкой, которая не хотела жить. Как раз это было после того, как я вышла из-под родительского крыла. И я прошла большой путь от девушки, которая не любит жизнь, не любит себя, как бы не знает, чего она хочет, да, к тому, кем я являюсь сейчас. Целостным, счастливым человеком, смелым. По поводу моей ориентации, то есть папа там пытается как-то это выставить в плохом свете. Конечно же, я ничего в этом плохого не вижу, в своей ориентации и так далее. Я тоже ее не скрываю. Понятно, что он пытался там как-то меня оскорбить и прочее, но я его понимаю, ему страшно. Возникает некий протест, что кто-то, наверное, ну, что кто-то из его членов семьи осмелился не обращаться вокруг него, его потребностей. Он утверждает, что вы таким образом губите его. Ему кажется, что все это нацелено на него на самом деле. Но это его высокомерие, конечно, да. Угу. Пытались ли вы, в принципе, изменить его точку зрения на войну, на происходящее? Или вы считаете, что это невозможно? У папы очень агрессивная, убежденная позиция. Я считаю, что переубеждать таких людей – это очень неблагодарная работа, такое неблагодарная трата энергии. Как бы я посягаю, условно говоря, на
фундаментальные убеждения человека, высказываю свое неуважение, там, принижая его позицию и прочее, конечно, человек начинает агрессивно со своей стороны защищать свой мир, защищать свои концепции, свое видение этого мира. И тут как бы переубедить никогда папу ни в чем не являлось возможным. Очень много в юности еще у нас возникало этих вопросов каких-то фундаментальной важности. Я всегда была девочкой с гуманистическими ценностями, демократическими, там, нацелена на психологичность, на любовь, на духовность. У нас с самого детства, условно говоря, были эти споры, и я никогда не выходила из них победителем, а только как бы истощала себя. Потому что папа ни в коем случае не нацелен находить компромиссы или уважать чужую точку зрения. Поэтому здесь же, в этом вопросе, я тоже не пыталась его переубедить, но в тот момент, когда он пришел после задержания, он приехал, да, как раз это был тот разговор, после которого он выгнал меня из дома. Вот. А за что он выгнал вас из дома? Почему он вас выгнал из дома? Я оскорбила его президента. А в каком контексте зашел разговор о президенте? Разговор был в том, как бы, что папа пытался объяснить мне, что я виновата, что я поступила плохо. Была акция, да, которую я фактически там одна сделала. Был у меня один помощник, который, к сожалению, до сих пор не выходит на связь. Вот. И да, в маленьком, небольшом городе Сочи. Вот. Там, естественно, были листовки, которые... Ну, против нынешнего режима, против нынешнего президента и так далее. И когда папа пришел, он пытался как бы мне объяснить, что я виновата, что я поступила плохо, что я не права и так далее. Я эту идею не покупала, держала в фокусе свои идеалы, свои потребности, свое мнение, перестала ставить его мнение, его потребности на первое место и старалась сохранить вот некое равенство между нами. В какой-то веке я не заплакала, не зарыдала в процессе разговора. Вот. И папа увидел, он увидел, что я не чувствую себя виноватой, что я не раскаиваюсь в том, что я сделала. И вот были какие-то оскорбления, какое-то обесценивание, унижение. И затем была фраза, что ты оскорбила моего президента, а ты мне больше не дочь. Мои родители развелись, когда я была маленькой, но папа участвовал в моей жизни, он был в моей жизни. Я всегда знала, что у меня есть папа. Не было, как бы, как, конечно, близкого контакта. Тем не менее, он всегда был в моей жизни. И мы виделись на каникулах. У меня очень близкие отношения с моими братьями, которые от второго брака, и там и первого мальчика, первого из младших я фактически там на своих руках растила и так далее. То есть были отношения, конечно. Вот. И затем, после 15 лет, я к нему переехала и жила с ним 2 года. Это с 15 до 17 лет, последние 2 класса. Он всячески акцентирует внимание на то, что после того, как узнал о вашей антивоенной позиции, лишил вас содержания. Насколько для вас это было болезненно? Смотрите, то, что он меня содержал, это максимальная фантазия. Это абсолютно некорректная его фантазия, опять же, которую я тоже слышала неоднократно, но она не имеет к реальности никакого отношения. После 17 лет я ушла из дома, 3 года путешествовала автостопом с рюкзаком за спиной в одних носках. Неужели я бы это делала, если бы меня там кто-то содержал? Я работала с 17 лет. Были моменты, когда он мне помогал. Это были зачастую моменты, когда я училась в университете. В первом университете я училась там около 1,5 года на журналистику. Он мне там отправлял по 10 тысяч в месяц. Потом второй раз я училась на дизайнера интерьера, тоже 1,5 года. И тоже он мне помогал деньгами. Но в основном я с 17 лет всегда работала и зарабатывала там и так далее, и содержала себя. И, конечно, вот эта некая иллюзия содержания, такая, конечно, опять, оно, эта фантазия идет из высокомерия как бы отцовского, что вот он всех содержит. И я думаю, что любой член семьи, который там, условно говоря, там, выступил бы против его там идеалов и так далее,
он бы с каждым членом семьи поступил бы так же и также сказал, что там ты никто ничто, я тебя содержал. Там. Он был одним из подписантов вот этого письма в поддержку вторжения в Украину, в поддержку войны. А раньше вас интересовало вообще, чем он занимается как политик, каким решением он способствует? Всегда ли эти решения и его политическая деятельность были синхронны вашим взглядом? Ну, конечно, нет. Но так как я уважаю выбор человека, я не считаю, что я имею право там что-то советовать в этом плане или как-то осуждать его выбор. Были моменты, например, то есть, когда он мне не разрешал проявляться. То есть, например, уже я об этом писала, говорила, что я активно заинтересовалась политической ситуацией в стране, когда начали убивать геев в Чечне. Меня это очень задело. И в тот момент я начала как-то это публиковать в своем инстаграме, что вот я это не поддерживаю и прочее. И тогда как бы от папы поступали звонки, что пожалуйста, ну не пожалуйста, а просто там удали, что вот ты там выступаешь против политики, а я есть та самая политика там и прочее. На что я ему отвечала, что ты мой папа, и твоя профессия не имеет никакого ко мне отношения там условно, и какого фига вообще я должна там обращаться вокруг твоего выбора. Но папа как бы держался своей позиции. Ну вот. И это его право, он имеет на это право, я уважаю его выбор. Был такой момент, когда тоже, вот получается, после ситуации с геями, я вышла с пикетом в Москве, выложила одну сториз в Инстаграме, и у нас был огромный скандал вечером на ту же тему, что я политика, ты выступаешь против политики. Ну и вот все вот эти вот такие гангстерские вот эти вот, я бы сказала, представления гангстерские такие, как вот либо ты со мной, либо ты без меня, либо ты мне друг, либо ты мой враг. Был большой-большой скандал. Ну вот, ну, в общем, конечно, я не супер прям интересовалась, чем он там занимается, что он там делает. Всегда это было какими-то потемками там для меня условно. Я не была подписана на его Инстаграм, то есть я как-то, наверное, обходила стороной, может быть, старалась закрыть глаза и видеть только в нем папу, как бы сохранить какие-то отношения, какие-то непрочные там зыбкие отношения, которые у нас были. Не поднимать эти темы. Когда произошла война, конечно, это стало некой точкой невозврата. При этом я не знала, что он подписал эту бумагу, я этим не интересовалась. Как бы и потом он уже, когда вот эта тема зашла после задержания, когда он пришел, чтобы со мной поговорить и затем, видимо, увидеть, раскаиваюсь я или нет, и уже принять там решение, там, оставить меня дома, условно говоря, или выгнать. Тогда вот он мне и сказал, что типа ты могла не Путина печатать на этой бумажке, а ты могла типа меня сразу напечатать, ведь я подписал эту бумажку. И вот, в принципе, тогда я об этом и узнала. А так я не интересовалась этим, кто там что подписывал. Да, я печатала портрет Путина, и там как бы в плане как, ну, более в таком фашистском, ну, образе. Путин был похож на Гитлера на этих листовках. А вообще вы отождествляете себя в этом смысле с отцом? Насколько вы чувствуете свою вину за то, что он делает? Это нормально, как бы нормальное ощущение. Это как насколько россияне чувствуют себя виноватыми за то, что делает власть, которая возглавляет страну, например, или армия российская. Вы ощущаете вину за него? Да, я тоже уже поднималась этот вопрос раньше. Я не ощущаю никакой вины, потому что я сепарирована с отцом и от его каких-то действий. Это отдельный человек с его выбором, с его решениями. И он отвечает за себя, за выбор своей профессии, за выбор то, во что он верит и что он делает. Это полностью его ответственность. Ну и ответственность, наверное, социального общества, в котором он вырос. Но не моя точно. То есть я отвечаю за себя, за свои поступки и действия. И перед собой я абсолютно чиста. Почему вы решили уехать? Как вы для себя это тоже обосновали? Вы боитесь каких-то преследований, может быть? Или ваша фамилия вас оберегает от любого рода преследований серьезных? Как вы думаете?
Когда я сделала акцию, да, я как-то инфантильно относилась к тому, что сейчас происходит. Я не осознавала всю степень жесткости нашего государства и насколько сейчас все серьезно, да, что за любые акции, за любые выступления ты можешь фактически сесть в тюрьму. И хоть в принципе я уже знала тогда, перед тем, как сделать акцию, что уже тогда вышел закон, что там до 15 лет могут тебя посадить за разные формы там, дискредитации армии РФ и так далее, все равно не было вот такого полноценного, объемного осознания того, что это реально, как при Сталине, да, когда там кто-то где-то шепнул что-то, да, и его там увезли и посадили. Все равно это какие-то больше были как для меня некие сказки из прошлого, что ну, это уже как бы нереально, такое невозможно. Хотя я уже обладала информацией, что все очень жестко там, и так далее, и так далее. Все равно я испытала огромный шок при задержании. То есть не могла поверить, что так происходит, что ты раздавал там листочки, условно говоря, и тут вдруг вокруг тебя просто 100 полицейских там, в гражданском, не в гражданском форме. А вы не говорили полицейским, чтобы вас скорее отпустили, потому что у вас связи, у вас отец сенатор? Нет, конечно, ни в коем случае. Это тоже папины высокомерные фантазии, что я хожу везде, там говорила о том, что там мой папа сенатор и так далее. Я очень боялась отца всю жизнь. И я понимала, что он осуждает то, что я сделала. Хоть даже, в принципе, где-то внутри себя я была готова столкнуться там с задержанием, где-то внутри себя я была готова к тому, что, возможно, папа там узнает и так далее. Но все равно я не была нацелена на это, потому что первоначальный план был в том, чтобы раздать эти листовки и уйти домой. Там, может быть, в следующий раз, там, через месяц что-то там тоже поделать там, и так далее. У меня не было тогда первоначально плана светиться, быть вот такой явной, открытой и прочее. То есть я хотела сохранять связь с семьей, как бы я ничего не говорила полицейским, естественно. Во-первых, я вообще ничего не говорила. Они привезли меня там в отдел и допрашивали меня 6 часов. И почему этот допрос был настолько долгим? Потому что я ничего не говорила. Я не говорила, как меня зовут, они увидели это на карточке банковской. Там, я не говорила, где я живу там, и так далее. Они начали потихонечку все пробивать. И они сами узнали, кто мой отец. И я ничего не говорила, потому что я боялась отца. Я понимала, что ну все. То есть если отец узнает, то как бы ну это все. Это самое страшное там, что может случиться, то, что он узнает об этом. И дальше что? Что все может случиться? Вот вы говорите, это все. А что все? Ну все, разрыв связи и так далее. И потом вы сами на него пошли, на этот разрыв? На разрыв я сама пошла. Ну, по сути, понимая, рассказывая о себе публично, вы таким образом идете на этот разрыв с ним? Или вы ждете, что он... Нет, он отказался от меня 4 месяца назад. Он мне сказал, ты мне больше не дочь, все. Чего я больше всего боялась, все произошло. Я боялась потерять эту зыбкую, тонкую какую-то связь вот эту. И я ее уже потеряла. И поняла, что ну все как бы вот... Значит, эти отношения не были искренними, они рассыпались так легко, просто в моменте как бы. И я не могла быть собой в этих отношениях все время. И уже в тот момент я решила, что я не буду ставить больше его потребности на первое место. У меня есть свои потребности, свои идеи, свой потенциал, возможность помочь, возможность поддержать, вдохновлять людей и что-то менять. Я поняла, что я не могу ничего не делать. Был такой момент, вот перед интервью я переживала, давать интервью или нет. Готова ли я ничего не делать, понимая, что идет война, и просто молчать. Я поняла, что нет, я не готова. Это не, ну, невозможно, это невыносимо, это невозможно просто. Я не могу отказаться от этого. Я должна идти дальше и делать все возможное, что от себя, что я могу, исходя из своих ресурсов, исходя из своего имени, исходя там, из своей семьи условно и так далее. И да, конечно же, я уже, столкнувшись с задержанием, столкнувшись воочию с бескомпромиссностью этой власти,
И папа мне в лицо говорил, что если еще раз что-то будет, то как бы тебя посадят, условно говоря. Вот, я понимала, что я дам интервью, и, ну, Бог знает, что будет дальше. То есть и я хочу проявляться, хочу творить, и хочу делать свой проект, и хочу помогать людям. Я не боюсь тюрьмы, но полезнее, мне кажется, что я буду на свободе. Вот, и я сделала этот выбор – уехать, обезопасить себя. А остальные ваши родственники, как они отнеслись к, вот, к вашему публичному заявлению, к вашему публичному рассказу о себе, к вашей антивоенной позиции? Есть же не только папа, есть, наверное, еще кто-то в вашей жизни. Да, все мои родственники путинисты. Все мои родственники без исключения поддерживают этот режим. И вот только мама, наверное, вот она была неуверена, и вот сейчас она больше занимает как-то мою сторону, и она говорит тоже, что она там против убийств, насилия, войны и прочее. А все остальные как бы в принципе поддерживают. Ну, конечно же, папина семья, которая именно по папе, естественно, папа выстроил так отношения в семье, что все крутится только вокруг него. И, естественно, вокруг его профессии, вокруг его потребностей, вокруг его идей. И, естественно, для той семьи я абсолютный предатель. Вы говорите, что вы хотели раскрутить свой собственный проект. Что это за проект и действительно ли это помогло его раскрутке? Мой проект называется «Силы любви». И он про то, что Путин не является корнем зла в нашей стране. Я очень долго размышляла о том, почему множество людей либо вообще не лезут в политику, даже тогда, когда происходят такие ужасные вещи, либо не верят в свои силы и не действуют, либо вообще поддерживают нынешний режим и те действия, которые там, ну, совершает наше государство по отношению к другому государству. И вообще у меня были такие фантазии изначально, вот когда только война началась, я была уверена, что все, вот сейчас режим падет, люди подымутся, потому что такое невозможно поддерживать, о таком невозможно не говорить. И, конечно, мне в какой-то момент пришлось проснуться, я увидела, что кто-то поддерживает, а кто-то вообще, ну, ничего не делает или даже просто не лезет в это. И очень долго задавалась тем вопросом, почему. И несколько таких очевидных, может быть, даже вот таких психологических причин я выявила. О том, что демократии нет не только на уровне государства. Демократии нет и в более малых ячейках общества нашей страны. То есть, например, в семьях или на уровне там, в школах там, и так далее. И в других социальных общественных ячейках, между людьми. Я увидела, что те, кто отмалчиваются, считают политику выше себя, да, то есть, что они некие избранные, что они не могут влиять на ситуацию. Я задавалась вопросом, почему у нашего народа такая маленькая самооценка? Почему они не верят в себя? Почему они считают, что они не могут влиять на ситуацию в стране, в своем государстве? Условно, улучшать свою жизнь? Почему у них нет тяги к лучшей жизни? Почему они не следуют за своим мнением, постоянно оглядываются, что скажет Путин? Почему множество людей поддерживают Путина? Да и поддержат его действия, потому что фактически он говорит с ними на том языке, который они понимают с детства. Поэтому задача моего проекта — вернуть людям веру в себя, обрести некое равенство между политикой и людьми, что люди могут вершить свою судьбу, а также разоблачить вот этот культ жестокости и показать, насколько он деструктивен не только в отношении государства, но и по отношению к каждому индивидууму. Человек, который жесток по отношению к другим, в первую очередь жесток по отношению к себе. И быть жестоким невыгодно с точки зрения счастливой, полноценной жизни. И вот мой проект, он об этом. В результате вашей публичной деятельности вам не только удалось донести идеи вашего проекта, но и окончательно разрушились отношения с отцом. Хотели ли бы вы их восстановить? И что бы вы ему для этого, может быть, пользуясь возможностью обратиться к нему, что бы вы ему сказали? Я не могу обратиться к своему отцу, потому что у меня сразу подкатывают слезы. Я могу сказать, что я люблю своего отца и всегда буду его любить. Однажды мы будем в том обществе, где люди смогут быть под одной крышей, но иметь разное мнение. Если мы придем к тому, что мы можем уважать друг друга,
и относиться более любяще друг к другу. Я верю, что люди могут находиться в одной стране, обладая разным мнением. Но это же не просто разное мнение, Диан. Это ваш отец поддержал массовые убийства людей в соседней стране. Я понимаю, почему вы так радикально поступили. Это не совсем про разное мнение. Я считаю, что если мы будем осуждать людей, которые поддержали войну, мы плодим ту же ненависть. И это неблагоприятно. То есть Путин живет, наша нынешняя власть, как бы он собрал вокруг себя, да, то окружение, каким как бы он является. Для него это нормально, насилие, осуждение, подавление, властность и так далее. И если мы будем думать из тех же концепций, ничего не поменяется. Если кто-то считает, что я должна осуждать своего отца, это неправда, я не осуждаю своего отца, потому что я считаю, что той же ненавистью я буду заниматься. Той же ненавистью. Ненависть не победит ненавистью. И ненависть можно победить только любовью. Вот. Поэтому я... Спасибо большое. Это хорошая точка. Спасибо большое. Это была Диана Исакова, дочь члена Совета Федерации Эдуарда Исакова, которая рассказала историю своей семьи, историю отношений с отцом, который несколько месяцев назад от нее отказался из-за того, что она ведет антивоенную деятельность. Спасибо, Диана.